старые песни о главном в исполнении ведущих солистов музыкальных театров Москвы и классические композиции в импровизации Одинцовского эстрадно-джазового оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Андрея Балина стали лучшим новогодним подарком для участников клуба «Активное долголетие». Ну, замечательно, просто неожиданно такой концерт, как-то вот окунулись в атмосферу карнавальной ночи, 60-х годов, молодости, веселья. Это такой блестящий оркестр, я даже не ожидала, что у нас в Одинцово есть такой оркестр. Песни из старых кинофильмов, виртуозная игра на музыкальных инструментах, бессмертная инструментальная классика в современной аранжировке тронули сердца зрителей. Эмоциональный посыл со сцены буквально заряжал зал положительной энергетикой. Гости подпевали исполнителям и покачивались в такт музыке. Бесплатный праздничный концерт в культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде стал завершающим в этом году. Он подарил слушателям новогоднее настроение и незабываемые моменты счастья. Замечательный концерт, замечательные солисты, замечательный оркестр. Все композиции понравились, все знакомое нам из всех кинофильмов. Да? Было это приятно очень все слышать. Это просто замечательно, нам такой подарок под Новый год, ну, неожиданный и прекрасный. Спасибо Одинцовскому долголетию. Одно плохо, да. Мало. Да. Мы не хотели уходить, мы хотели продолжение. И очень приятно, что сегодня был полный зал. Вот, на Звенигородской земле сегодня были наши поклонники. Вот, и здесь было и все, и Одинцово, и Голицыно, и Кубинка. Все они были в зале. И это хороший итог 2022 года. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцово».